В Югре увеличат количество цифровых услуг. Правительство округа утвердило сегодня дополнительное соглашение с Министерством цифрового развития России. Речь идет об организации технологического взаимодействия с Федеральным реестром государственных и муниципальных услуг. Как рассказали в окружном департаменте цифрового развития, дополнительное соглашение позволит до 95% увеличить долю функций и сервисов, доступных в электронном виде. Сейчас в Югре оказывают 86 услуг в данном формате. Кроме того, многие услуги будут проактивными, то есть без участия человека. Например, отдых детей на каникулах, а также поддержка мобилизованных и их семей. Прошу обратить внимание и обеспечить выполнение договоренностей наших о том, чтобы максимальное количество услуг проводилось в электронном, осуществлялось в электронном виде, без участия гражданина, проактивно. Это повысит и качество их оказания, и скорость их оказания, в том числе в проактивном режиме. Портал услуг будет сам для некоторых услуг оповещать жителей, что вот вам может быть предоставлена такая-то услуга, просто нажмите кнопочку, что вы согласны ее получить, и заявление автоматически будет уходить. Сейчас мы как раз вот это в рамках дополнительного соглашения будем настраивать.